Всем доброго времени суток. Сегодня мы сделаем, попробуем сделать анбоксинг на вентилятор. Вентилятор бытовой мистери MSF, черточка или минус 24-13 или 2413. Пройдемся тип напольный, модели мистер MSF 2413, цвет белый и красный. Основные характеристики: мощность 65 Вт, количество скоростей вращения лопастей 8, диаметр лопастей 400 мм. Металл корпуса, металл, пластик, там больше пластик, короче. Ага. Рабочий механизм осевой, пульт ДУ, есть управление электронное, регулятор скорости ступенчатая, регулятор высоты есть, таймер есть, максимальное время установки таймера 480 минут, дисплей, подсветка дисплея, дополнительные 4 варианта воздушного потока, габариты и вес, высота 1650 миллиметров, габариты и вес в упаковке, длина и упаковки 0,965, ширина упаковки 0,215, это получается, упаковка где-то метр в длину и высоту, она пиздец здоровая, короче, вдвоем ее тащить надо. Высота упаковки 0,525, вес бруто, это, как я понимаю, с упаковкой, 10 килограмм, 400 грамм, представляете? Да. Давайте тут отзыв прочитаю. Тут на ДНС есть. Достоинство. Отличное качество сборки. Прикреплено. Вписывается в дизайн. Прекрасно вписывается в дизайн. Отлично обдувает. Насчет отлично обдувает. Я согласен. Но качество сборки... Не знаю, спасение в жару, есть такой недостатки, недостатки не обнаружен. Я думаю, цена, сейчас еще кое-какие недостатки еще скажу. Комментарии, стоит жара за 30, градусов. Спасение в жару дарит прохлада плюс удобный ПДУ. ПДУ у нас, знаете что? ПДУ, это вот пульт управления, он сейчас откроем, он вот на мизинчиковых батарейках двух штук, они в комплект не идут, короче, но у меня были новенькие две штуки. Давайте по дисплейчику маленькую пройдемся. Вот этот у нас индикатор. Про недостатки. Знаете, там штучка такая, она крутится сзади, чтобы вот эту штуку фиксировать. И как его, она, там было написано ослабить ее, и то есть поднять эту штуку и зафиксировать. Видите? Вытащил ее, собрал, а там болт, короче, внутри болт, который фиксирует, наверное, еще он упал, короче, в эту херню куда-то вниз, все его не достать, то есть, это, короче, никак не фиксируется, убрал. Вот это первый косяк, что мне не понравился. Может, он у всех вентиляторов, я такой тупой, что так не сделал, Второй косяк, это... Это херня. Видите, как надпись мистер оставили. А надо было так поставить. То есть ее одеть, там фильтр какой-то. Собрать, и поставить, А я не так поставил, теперь хрен разберешь, не знаю, в конце. В конце лета. Надо вдвоем разбирать будет.
Ладно, дисплей. Ну это еще исправи, вот эта фигня, а вот это уже я хер, да. Тут что-то попробовали это вытаскивать. Это отошла, но я обратно вклепал, короче. Для щелки. Все, бля, шевелится. Это все пластик, короче. Ну, такого. Ну так, стеклянная хуйня. 10 килограмм вентилятора, пиздец, его таскать. Так, да. Может подсветку выключать? Можно включать. Так. Ну, скорости. Первая скорость. Давайте я вентилятор поставлю. Знаю, навряд ли он передаст. Тихо работает первая скорость. Вторая. Третья. На вентилятор. Так, да, лучше. Так, лучше. Так, третья. Я все с пульта делаю. Ну, может, там, конечно, кнопки есть на этом. На самом вентиляторе. Четвертая скорость. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. Сейчас вторую есть. А не, у меня вот тряпочка есть какая-то. Я не ебаю, ну ее просто смазали. Просто так, воу. Уверенно. Да, тряпка уверен просто. Она не снесло. Воу, все летело. Так. Ну вот. Индикация 8 скорость. Так, тут еще что есть у нас? Выбор скорости, режим, по-моему, да, режим. Пальма. Пальма, она до 4, короче, скорость стоит. 1, 2, 3, 4. Не знаю, нам не видно, пальма. Значит, это пальма. Это штука, короче, она типа, ну, как, он крутится, крутится, да, потом так усиливается, типа, знаете, как, ну, не знаю, где-то на пляже сидишь, так бей, так стекает. Ну, так, еще режим, тут ночь, ну, луна и 3 звездочки, написано, понимаю, ночной режим тихий. А когда вот поспал днем после такого тяжелого вентилятора, да, я просто выставил скорость, ну, так, на 2. И он меня обдувал, короче. Видите, он работает. Да. Потом еще какой-то режим. Диск. Здесь диск типа болван. Там что ли автоматически выбирает или что? Так, ага. Ну. Сам ништяк, вот я ставлю, короче, да, все включено. Мне пальма нравится. Пальма такая. И скорость 3, да? Скорость 3, пальма. И сделаем кнопку включить. А, поворот. Вот. Поворот. Жмем. Смотрите. Он попер. Поворот это как бы. А, можно еще повороты и так. Вверх. Вверх пошел. Ну так, я, короче, ставлю. Сейчас он у меня наведется. Индикатора вверх не ставлю, да, но с гампом сидишь когда. Раз, так по моему скорости. Не пропускаю. Свечи стих. Не знаю, микрофон передает мне. Ну, так, по-моему,
настройки, да. И как бы поворотом, да, режим, ну, допустим, он лампом, да, обдувает. Ну, если. А потом куда-то на диван там кинчик смотрит или что. Просто режим он поворот делает, чтобы он повернул, ну, не трогает эту квартиру. Бордюр не трогать, да, не поворачивать, а просто поворотом на себя делаешь и вверх, и вниз, и все. Ладно, пошел, на этом закончим. До вентилятора. Закончим на этом. Анбоксинг. Так, это же у нас там. Это был обзор вентилятора. Вентилятор бытовой Мистери MSF2413. Конечно, анбоксинг полное говно, качество полное говно, да, но на Ютубе, как я вбил, вообще не было один вентилятор, и то другой серии, там 15 что ли, или 14. Она не то что новее, она, ну там 6 скоростей было, как не стал такой брать. Ну вот. Ну, хоть какой-то будет, да, может кому-то интересно, может какие-то вот эти косячки мои, которые я нашел, узнает. Ну все, всем пока, спасибо за просмотр.